покрывало гвоздики, покрывало из флиса. И, кстати, обрати внимание на цену. Да. Мне кажется, это самая низкая цена этого часа. Цена — это фантастика. 790 рублей. При этом размер 150 на 200. Флисовое покрывало, гвоздики. Опять флористика, опять невидающие цветы. Номер лота 14397. Оксан, ну, дизайн говорит сам за себя. Это просто подарок. Это букет цветов, который, да, является вот просто лучшим подарком и интерьерным решением в любом доме. Да, ну, во-первых, гвоздики — это вообще-то, знаешь, символ успеха. Угу. Именно поэтому я рекомендую обратить на это покрывало внимание не только женщинам, но и мужчинам. Так. Да, это покрывало у нас является не просто частью интерьера. Это покрывало будет нам являться еще и одеялом, так, и пледом. Это покрывало мы будем легко брать с собой в поездки, так, на отдых, на дачу. А за счет чего это происходит? Видимо, какая-то особая ткань. Особая ткань здесь, конечно же, это флис. Так. Флис, ты знаешь, особенный материал, он был создан не так давно. У меня детское одеяльце, вот у деток всегда было. А вот ты знаешь, да, действительно, флис очень часто используют именно в детской промышленности. Распашонки шьют, например, пеленки, первое одеяло, первые, например, конверты на выпуску из роддома шьют из этого материала, потому что он абсолютно гипоаллергенен. Флис у нас эластичен, а это значит, что мы можем даже использовать флисовое покрывало для драпировки мебели. То есть как раз упруги, на кресло можем, да, на диван? Да, держит форму прекрасно, легкие, хорошая теплозащита, можем завернуться, например, где-то на лужайке, воздухопроницаемостью, дышит прочный, устойчивый, например, к разрывам. Оксана, у меня пальцы закончились, я не могу плюсы, у меня все, загибает. И это еще не все. И это еще не все. Я предлагаю приобрести и протестировать самим. Конечно, обязательно, но самое главное, ребятушки, наши обожаемые россияне, телепокупатели, 790 рублей. Вы только вдумайтесь, 790 рублей. И вы получаете, можно сказать, в подарок вот такое покрывало, кстати, которое очень гармонично смотрится. Конечно. И на нашей эйфории, да, потому что и там, и здесь присутствуют вот цветы, такие цветы, и еще цветы, и багряные тона слегка, да, вот, которые здесь есть. Ну, давай с тобой приподнимем, еще раз покажем вот этот вот потрясающий принт. Это не просто принт, это у нас здесь новая технология фотопечати. То фотопечать. Есть ты можешь себе представить, что такой букет в реальности существует в этой вот красивой, ну, вот, посмотри, керамической вазе. На экране смотрится вот полное ощущение, что мы с тобой гигантский букет гвоздик хотим подарить нашим покупателям. А ведь эти гвоздики никогда не завянут. И вот вопрос, который к нам поступает, что ведь мы тоже можем с тобой его стирать вообще неограниченное количество раз. Неограниченное количество раз, да, абсолютно точно. Наш флис не боится влаги, не боится воды, мы можем легко стирать. Ну и, конечно же, я напоминаю, что это не просто покрывало, это еще и плед. С помощью, кстати, нашего покрывала мы можем укрыть себя, укрыть своих детей любимых, да. А родителям, когда вот на даче, например, у меня мама живет иногда за городом, доме, там летний дом, без печки, все, а летом бывает прохладно. И вот я представляю, как летом она накинет на плечи. Просто вот необходим, мы будем носить его просто-напросто за городом, по участку, вместо какой-то верхней одежды, и наслаждаться природой, жизнью, закатами, рассветами. Но заботьтесь о своих родителях, заботьтесь о своих детках, заботьтесь о самих себя, потому что флис подарит вам незабываемые ощущения. Помнишь, ты мне еще как-то рассказывал, что флис обладает уникальным свойством, что вот даже в намокшем состоянии, даже если он будет, он все равно сохраняет свои свойства. Да, но это не все свойства, которые мы перечислили. Свойства, конечно, флис очень много, он прекрасный эластичный материал, с помощью него можно задрапировать абсолютно любую мебель, и даже самую сложную мебель, например, спинку дивана и кресло можно задрапировать. Флис у нас прекрасно тянется, но при этом моментально возвращается в свою форму, можем растянуть его буквально в два раза. Ага, вот как раз удобно при драпировке мебели какое-то. Превосходно! Номер лота 14397, роскошное флисовое покрывало гвоздики, размер 150 на 200, ну а цена — настоящий подарок от телеканала «Дисконт» — 790.